Здравствуйте, зрители моего канала, с вами Надежда, и это интернет-проект Фаберлик Онлайн. В этом видео покажу вам новинки третьего каталога, которые у нас вышли. И кому интересно такое видео, оставайтесь со мной. Начну я с подарочного набора, вот с такого. Здесь входит крем для рук и гель для душа. Этот набор «Лаванда и мартель» выходит вот в такой классной, красивой упаковке, запечатанной пленочкой. Я его взяла на подарок, открывать я его не буду, потому что такие продукты я знаю, беру я их не первый раз. Как только они вышли, у меня есть в наличии крем для рук, гель для душа я использовала благополучно. И вот посмотрите, как это выглядит вживую. Хочу сказать, что продукты мне эти очень нравятся. Крем для рук имеет, ну так же как и гель для душа, вся эта серия имеет приятный аромат лаванды, который очень чувствуется, но он настолько нежный и не сильный, что вот я использую эти продукты только на ночь, потому что они меня очень умиротворяют. Мне нравится крем не жирный, хорошо впитывается быстро, остается приятный такой легкий аромат, который вот помогает мне засыпать. Поэтому использую я и эти продукты только на ночь, как я уже сказала. Мне очень нравится. И вот решила приобрести такой набор на подарок. Следующее, что я вам хочу показать, вот такой набор, который у нас вышел для рук. Выходит периодически у нас такие наборы, но в разной упаковке к определенным праздникам. Меняется их изображение, меняется их упаковка. Был у нас очень красивый последний раз набор к Новому году, и вот сейчас вышел вот такой вот наборчик в такой красивом оформлении. Здесь у нас идут три крема, вот таких маленьких, посмотрите, какие классные. Кстати, по объему они 30 миллилитров. И идут первое — это питание и смягчение. Второй — интенсивное увлажнение, ухаживает за кожей сухой, с мелкими трещинками. И третий крем — это надежная защита, защищает от ветра и мороза и в составе имеет масло жожоба и пчелиный воск. Очень классные крема, мне нравятся. И вот когда выходят такие наборчики, я всегда беру. Даже на подарок очень здорово это выглядит. Следующая у нас обновилась линеечка, дополнилась, вернее, линеечка «Ля Крем». И вышла вот такое, вот такая еще, как бы сказать, коллекция. Это для чувствительной кожи молоко с протеином. В составе молочные протеины и алоэ. Гипоаллергенная формула, не сушит кожу. Нежный аромат, имеет действительно аромат какой-то такой травянистый и что-то очень-очень приятное. Аромат мне очень понравился. Мыло вот так вот выглядит. Такой вот кусочек. Аромат действительно очень приятный, ненавязчивый, классный. Молочко классно впитывается, долго аромат держится на теле, не очень нежное молочко. Очень-очень нежная и действительно вот шелковистая, классная, мне нравится. Понравился, буду брать постоянно. Те, кто не любит сильные такие резкие ароматы, а что-то хочет такое, когда человек, ну знаете, бывает устал от сильных ароматов, хочется что-то такое нейтральное, то вот присмотритесь, потому что действительно очень классное и ненавязчивое. Следующее я вам хочу показать, это вышел у нас нейтрализатор запаха. Он такой же, как и ароматы освежители на водной основе у нас идут, но идет такой у него, можно сказать, не имеет никакого аромата. Аромат, запах чистой просто свежести такой, ну вот когда вот вы открыли окно и проветрили. Вот идет у него такой распыл мелкий. Совершенно, как сказала, идет он на водной основе, артикул у него 287. Он справляется эффективно с резким запахом от лука, чеснока, рыбы, табака, животных. Освежает и увлажняет помещение. Ну, а увлажняет за счет того, что он идет на водной основе. Что еще мне нравится, что вот попробовала я его один раз, единственное только, на продуктах, которые я пекла и немножко у меня подгорело. Здесь, и в этот момент я побрызгала вот этим средством, обычно как мы открываем окно, выветриваем вот это все, здесь я побрызгала средством и действительно все это нейтрализовало. Для туалета, хочу сказать, кто не любит резких запахов, таких как вот
Ну вот, например, у меня муж не любит, когда я использую в туалете запахи. Вот был у нас такой аромат с дыней. Ему кажется, что это вообще несовместимо с ванной комнатой, с туалетом, брызгать по помещению там. Ну вот этот вот аромат как раз, мне кажется, будет самое то. Повторюсь опять, кто не любит такое. И следующая у нас вышла новая зубная паста, отбеливающая, концентрированная, 200+. У нас уже есть такая паста 200+, концентрированная. Ну, вот эта вышла отбеливающая. У нас есть обычная отбеливающая, а вот вышла уже, как сказать, концентрированная. Вот так она выглядит. Действительно, видите, я уже попользовалась ей не один день. Действительно, она хорошо, сильно очень даже, можно сказать, пенится. Надо чуть-чуть горошину, и у вас полный рот пены. Я не хочу сказать, что она сильно освежает. Нет, абсолютно не так сильно, как вот та паста обычная у нас 200+. Она очищает она хорошо, мягко, долго остается место ощущения таких чистеньких зубов. Ну вот, чтобы я сказала, что сильно освежает, нет. Такой свежести я от нее не чувствую. Ну, обычная зубная паста мне понравилась. Не главное, чтобы не переборщить, потому что от этой пены не знаешь потом, куда деть, если много будет ее. Много нанесете на щетку. А так мне, ну, буду пользоваться, периодически буду покупать, потому что отбеливающая паста мне очень нравится. И использую я ее курсами. Вот такая вот у нас паста. Вышел у нас коллекции серии для дома вот такой зажим силиконовый, такой интересный. Он идет, их идут в упаковочке 2, и идут они синий и розовый, и зеленый и желтый. Я его не открывала, открываю сейчас. Я его не использовала, смотрите, как гусеница прям такая. Идет он для зажима пакетов, когда вам для запекания. Очень, кстати, туго затягивается. Для зажима проводов, еще чего-то там такого. Ну, вот тугой достаточно. Ну, прикольный. Смотрите, какой. Буду использовать, взяла я один наборчик, потому что, я думаю, мне хватает. Буду использовать его для запекания. Но пока еще не пробовала. Но думаю, что-то с ними что-то не может случиться. Это же все-таки силикон по составу. Вот такой вот. И следующее, что я вам хочу показать, от чего я в полном восторге и который я долго ждала, это не новинка каталога, но она, вернее, это не новинка в компании Faberlic, но снова появилась в нашем каталоге. Когда этот продукт, можно, когда эти стельки пропали с каталога, их не было. А, кстати, вышли они всего один раз у нас. Это было летом. Я брала их на пробу, и они мне очень-очень понравились. Это силиконовые вот такие стелечки. Идут они вот с таким вот сверху тканевым покрытием. Здесь вы можете обрезать по своему размеру ноги, сколько вам нужно. Идут они только на плоский ход. И для тех людей, здесь видите, они все вот такие вот силиконистые. И для тех людей, которые проводят очень долгое время на ногах, на работе. Кстати, идут они еще и для спортивной обуви, очень удобные их. Это просто палочка-выручалочка. Это незаменимая вещь, потому что действительно ноги не так сильно с ними устают. Рассчитаны они где-то на полгода. И, ну, там написано на аннотации срок полгода у них. Я в них действительно проходила, если учитывать с лета, то где-то в январе они у меня начали уже тут протираться на пяточках от того, что у меня, ну, были там, стала просто стелька изнутри на обуви, как говорится, крошиться. И они протерлись. Ну, они действительно, у моего сына они до сих пор еще целые. Вот он тоже ходит, очень нравится. Просто в восторге вот от этих стелек. Когда мои стельки протерлись и силикон там начал просто уже прилипать к ноге, я пошла в ортопедический магазин, хотела себе купить что-то подобное, то такие силиконовые стельки продаются без ткани, вот этой сверху. Кстати, наступать надо на эту сторону, где ткань.
И я хотела их себе купить, спрашивала в магазине, и мне женщина, которая работает в ортопедическом салоне, говорит: «Ну, вы понимаете, вы будете просто потеть, нога будет от силикона, они не очень удобные». Я говорю: «Нет, у меня вот от компании Faberlic есть стельки вот с тканью», и я в восторге полном от них. Она говорит: «Ну, вы знаете, у нас таких никогда не было». Обычные ортопедические стельки я себе брала, я не могла к ним привыкнуть, я их пыталась долго ходить в них, и я их так и выбросила. Я просто не смогла к ним привыкнуть, так как у меня размер очень маленький ноги, 35-й высокий подъем, то мне еще и не все подходит. Но вот эти вот стельки, ну я просто в них в восторге. Вот поверьте мне на слово, это вот что-то. И в доказательство посмотрите, сколько я их еще заказала. Какое количество. Это я не только себе. Здесь у меня заказали клиенты, которые до этого брали. И 200, два комплекта набора я уже отдала. Вот здесь у меня 2, 4, 6. И 2 отдала, 8, 8 я брала. И буду заказывать еще. Себе про запас, наверное, возьму обязательно. Замечательные стельки. Я всем советую к ним присмотреться. Даже вот не присмотреться, а сразу брать, как говорится. Очень классные. Хотела уже писать в обратную связь, когда же они появятся, когда вот мои протерлись. Но когда увидела, что они выходят снова в каталоге, была просто безумно-безумно рада. И хочу вам показать вот такую вот щетку универсальную. Эффективно очищает ворсинки и манжеты. Идеально для очистки косметических кистей. Состав здесь силикон. Вот такая вот щеточка. Решила ее заказать на пробу, и вы знаете, она мне понравилась. Чистит она классно, щетки. Просто здоровская. Здесь вот смотрите, эта часть у них мелкие ворсинки такие, а здесь идет вот такая вот поверхность, уже другая немножко. Здесь это идет стопроцентный силикон. Вот я взяла кисточку, которой я делала макияж, она у меня грязненькая такая. И я хочу показать, как это работает. Вот сюда я наношу мыло. Начинаю ее вот так вводить этой кисточкой, создавать пену и чистить. Ну, сейчас посмотрим, какая у нас будет идеально беленькая. Также можно ей чистить вот этими концами манжеты, рубашки, где особо загрязненные места. Пенится очень хорошо, видно, что вот такая грязь серая. Вот у меня стаканчик с водой, и сейчас мы промоем эту кисточку. Я думаю, что кисточка видно, что стала беленькая. Вытрем ее об салфеточку. Вот такая она получилась. Конечно, не совсем белище, но все равно видно, что уже достаточно чистая. Ну все, мои дорогие зрители, я показала все из новиночек, которые я заказала. Это были новиночки третьего нашего каталога. Надеюсь, я вам была полезна. С вами была Надежда. Всего вам доброго.